Я с чего, по сути, и родился проект «Тю-тю». А именно в авторском ключе. Но мы поем не только авторские песни. В этом вы убедитесь в конце нашей программы. Немножко проанонсируем. Дело в том, что мы начали с более-менее такого серьезного, а дальше у нас пойдет более такой вот, ну, наш специфический женский юмор. Но, впрочем, он тоже как бы... Лайк это тоже не серьезно. Я хотела сказать, что он понятен, может быть, присутствующим. Кто из вас не лайкает по утрам и вечерам? Мне кажется, есть такие люди. Кстати, да. Собираться вместе – это самое большое удовольствие нам осталось. Да. И вот сейчас будет одна песня авторская, но не наша. Нашей замечательной подруги Светы Чепуриной, группа «Дочь Монро и Кеннеди». Швейцарский банк, английский юмор, датский гамлет, финский эпос, испанский танец, голландский кайф и французский поцелуй. А у нас в стране, где все поют, где все поют, и для тебя, и для меня, и для меня. И Сиси Кетч у нас тоже была, и тоже пела, и ничего в моей стране. Где все поют, и для тебя, и для меня, и для меня. И Сиси Кетч у нас тоже была, и тоже пела, и ничего, и ничего. Твоя